А в английском зале Петербургского дома музыки сегодня звучали мелодии русских композиторов в американском исполнении. Признанный гуру всех тромбонистов мира, солист Нью-Йоркского филармонического оркестра Джозеф Алесси впервые приехал в Петербург с сольным концертом. В программе звучали также произведения Мусоргского, Йоргенсена, Гершвина и многих других. Аккомпанировала маэстро пианистка Марта Локер. В Петербург тромбонист приехал в рамках европейского турне. И уже сегодня вечером Джозеф Алесси отправится в Москву, ну а затем выступит в Екатеринбурге.